Аврора ГАЗ, газификация 4. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, читинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии 8-924-021-2916. Большинство читинских маршруток перестали принимать безналичную оплату за проезд. Новый порядок, вызвавший неудобства у горожан, начал действовать в конце сентября, начале октября текущего года. Со слов читинцев, безналичную оплату убрали в некоторых городских маршрутах, а также во всех автобусах, которые ходят с ГРЭСа и КСК. В администрации города сообщили, что нововведение было принято перевозчиками после проверки налоговой. Однако в УФНС России по Забайкальскому краю опровергли эту информацию, уточнив, что проверка действительно проводилась летом, однако банковские переводы налоговой запрещены не были. Депутат городской думы, перевозчик Артем Меняйло в ходе разговора с ЗАПРУ отметил, что точную причину таких изменений лично он не знает. Однако предполагает, что это может быть связано с частыми конфликтами между водителями и пассажирами из-за неоплаты проезда и предъявления поддельных скринов об оплате. Кроме того, причиной отказа от безналичного расчета, предположительно, может служить желание перевозчиков скрыть часть средств от налогов. В Могоче суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в громком убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья. Следствием установлено, что в ночь на 7 октября обвиняемый совершил убийство бывшей супруги, используя травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Ход и результат расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Ту ночь в отдел позвонила местная жительница и сообщила, что с балкона услышала звуки, похожие на выстрелы, и увидела лежащую женщину. Между жилыми домами полицейские обнаружили тело с огнестрельными ранениями, а неподалеку задержали мужчину. Знакомые убитые между тем рассказали журналистам, что она получала угрозы от бывшего мужа азербайджанца, от которого ушла после того, как узнала об его изменах. По подтвержденной информации, мужчина в России был объявлен в розыск из-за долгов и жил в Азербайджане. У пары осталась 2-летняя дочь. Между тем, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование данного убийства. Отсутствие санитарно-гигиенических возможностей операционные в создаваемом на базе горбольницы номер 1 отделении гинекологии, которое должно появиться после закрытия гинекологического отделения городского родильного дома на улице Курнатовского в Чите, может создать сложности для будущих пациенток и привести к неблагоприятным последствиям. Такое мнение высказал заведующий кафедрой факультетской хирургии ЧГМА профессор, доктор медицинских наук Сергей Лобанов, который также работает в горбольнице консультантом по хирургии. Специалист считает, что на данный момент вопрос требует обсуждения с представителями медицинского сообщества, внештатных главных специалистов, руководителей профильных кафедр и Минздрава края для того, чтобы принять наиболее оптимальное решение, в том числе рассмотреть варианты ремонта отделения на Курнатовского или строительства нового здания для этих целей.